Сотрудники ГИБДД провели на дорогах Пензы профилактический рейд «Автокресло детям». Его цель – в очередной раз напомнить родителям о важности правильной и безопасной перевозки несовершеннолетних. Согласно данным ведомства, только в областном центре в этом году произошло 19 аварий с участием юных пассажиров. В большинстве случаев они получили различные травмы. Госавтоинспекция призывает родителей ответственно отнестись к безопасности детей и пассажиров. И помните о том, что специальное удерживающее устройство снизит тяжесть последствий при дорожно-транспортном происшествии и сохранит жизнь вашего ребенка.